Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Столько будет у тебя потомков! После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении ночью и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Авраам сказал: «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. А распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот, ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал ему: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это праведность. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.